Шарипова сейчас в поясе звезды UFC и бывшего чемпиона Лиги СМИ и Маратом Балаевым. Также Мухаммад Кокоф проиграл Марату Балаеву, бывшего чемпиона СМИ. Ему 29 лет, победы. Рост 170 сантиметров, был повержен на 76,3 килограмма. Карлос Александра Декворс на ACB-50 и Акуб Степанян на ACB-57 Кимурой. Here is Тигра Урсо Бранко Коста! And his opponent, Fanning, out of the red corner. Его соперник в красном углу. He's 25 years old. He stands 172 centimeters tall. Official weight 66 pounds 3 kilos. Бойцу 25 лет, рост 172 сантиметра, вес 66,3 килограмма. Professional record 12 victories, 2 losses. Профессиональный рекорд 12 побед, 2 поражения. Also Brazilian Jiu-Jitsu specialist representing Pakistan, Russia. Встречайте, Мухаммед Кокоф! Every judge, Herb Dean. Herb Dean будет обслуживать этот поединок. От эксперта Арсида уже осуществляет свое максимальное боление. Подготовлены к кричалке. Справа попадает сейчас Коста. Только хотел сказать, что ожидает нас поединок двух первоклассных борцов, как бразилец здорово зарядил справой. Дав понять, что и с ударкой здесь тоже все на приличном уровне. Мощные парни. Чаще всего мы знаем, закон существует, и борцы часто бьют жестко и тяжело, и обладают дублирующим ударом. Такой жесткий джеб у бразильца. И так длинно его бьет на дальней дистанции, запускает. Сила, попал Кокоф. Потрясающе сейчас Мухаммед действует в ответе. 3-4 удара залетело. Ну что, может быть, здесь будет досрочный финиш. Очень много делает таких подводящих движений, ложных корпусом Коста. И джеб очередной от Мухаммеда. Жесткий джеб. Навстречу. Жесткий лоу-кик от бразильца. Великолепно действует сейчас Мухаммед. Правым апперкотом не достал, но левый сбоку ушелся в цель. Догонку. Ну и слышим, как зал поддерживает Мухаммеда Кокова. Сейчас заряжал Мухаммед. С правой туда еще два попадания точных с левой и правой руки. И сейчас есть возможность нокаутировать Мухаммеда Кокова, как раз нокаутировать этого бразильца Косту. Мухаммед попал несколько очень классных ударов в голову как раз Косты, но чуть-чуть отпустил. И за ним тейкдаун. Хороший классический проход. И бросок. Сейчас доминирует. В активной фазе находится. Атакует и ищет. Как раз где он еще несколько раз точно приложится по своему сопернику из Бразилии. Правым перкотом действует точно Кокоф. Туда повторно с левой руки вроде бы тоже попал. Сам пропускает сейчас Мухаммед. И попадает в ответ двойку. Еще раз пропускает. Да, зарубились такой парни. Обмен, невероятно.
Колено в клинче от Мухаммеда Кокова. Ну, надо сказать, что бразилец совершенно не пробит. Из двух поражений одно у него досрочное во втором своем бою. В профессионалах проиграл Хандерсону Мартинсу нокаутом. Бразилец. И больше не падал. И поэтому сейчас, пропустив несколько очень жестких ударов, смотрите, свеж. Да. Хорошая держалка, как в этом случае не принято говорить. Голова крепкая. В целом здоровье. Уж точно это серьезный показатель у этого бразильца. Здоровье отличное, и поэтому удары прям увесистые, которые в этом раунде он принимал на голову, всех их скушал. И при этом такой серьезной реакции, там, например, эффекта ноги спагетти или забжуда стайл мы не увидели. Не было серьезных потрясений, хотя понапропускал в этом раунде от Мухаммеда Кокова Коста больше, конечно. Но вот концовку, по-моему, он забрал в свою пользу, концовку первого раунда, но в большей степени начало раунда и середина его ушла как раз Мухаммеду Кокову. Посмотрите, сколько попаданий было от Мухаммеда. Это что-то с чем. Огромное количество. Там еще левый сбоку был в размене от Мухаммеда Кокова, но этот момент не вошел в подборку. Ну и этого хватило для того, чтобы понять, насколько крепкой головой обладает бразильский боец Таигра Урсо Бранко Коста. Второй раунд. Да, в Краснодарском крае нужно делать действительно турниры от бойцов из Кабардино-Балкарской республики, Забайкальской республики, из Карачаева-Черкесии. Очень много адыгских спортсменов могут выступать ярко как раз. И всегда, будьте уверены, будет заполнен зал, будет заполнена арена до отказа. Как хитро сейчас пытался бразилец прокинуть Кокова, не получилось. Великолепно, Мухаммед уже второй раз. Первый раз он это исполнил, подобное действие в первом раунде. Второй раз он делает во втором раунде, но не довелось ему дальше так активно контролировать. Быстренько бразилец также поменял позицию и в том числе вышел для себя более удобный. Мухаммед в этой стихии боя чувствует себя как рыба в воде. Уверен, что не менее, нежели его оппонент из Бразилии. Сейчас здорово Кокова прочитал намерение бразильца, не дал зайти за спину. Такая позиционная борьба, даже борьбой трудно назвать. Борьба за позицию скорее. Колено здорово запускает Мухаммед Кокова и тут же пропускает коленом от бразильца Коста. Ну и тут же хороший был удар в ближней дистанции, вскользь пришелся. И опять Мухаммед через ложное действие проходит в ноги великолепно и делает тейкдаун. А вот как дальше тейкдаун этот нарисовать, уже конкретные результаты, которые будет
подчеркивает эти результаты судейский корпус. Нужны уже активные действия, нужны попадания. Да, вот этот удар есть. Жестко попал сейчас Мухаммед справа. И локоть сейчас пытался осуществить локтем удар Мухаммед. Мухаммед взял шею, но удастся ли ему осуществить этот удушающий захват? Маловероятно, да, не получается. Хотя болельщики уже практически многие, кто находились рядом именно с этим эпизодом, практически стали на ноги. Усу, falta 1:40, vamos! Faz agora, faz agora! Усу, se circula, não deixa estabilizar! Опять же, атакующая позиция. Vamos subir! Кокова. Sobe, Усу, sobe, rapaz! Приходит в гости. Sobe, Усу! Пытается он это сделать, да. Усу! В сайт, да. Позицию боковую. Для того, чтобы еще чувствует себя более комфортно для нанесения ударов. Здорово. Сейчас тактически очень грамотно действует Мухаммед. И попадает. Его бразилец, но и Мухаммед ни в коем случае не отрывается от посты и не дает ему долго постоять на ногах. Опять же повторно так вернулся к нему с переводом в партер и продолжает доминировать. Окончен второй раунд. Кока в концовку подзабрал. Но совершенно ничего еще не ясно в этом бою. Все в порядке с функционалкой у бразильца. И, несомненно, готов он дать бой в третьем заключительном раунде. Получает необходимое наставление своего тренера. Мухаммед тоже, конечно, мелькает, но сложен. Потрясающие физические данные. Прокачан. Теперь фигура высококлассного вольника. Мухаммеда Кокова. Не напомню, какой бой эти парни закатили в начале первого раунда. С нервным обменом, где Мухаммед был более результативный, более точен. Столько ударов, конечно, он пропускал Коста. И все это истерпел на себя. Вот сейчас пропускает Мухаммед как раз атаку в стойке от Косты. Пытаются поймать друг друга, конечно, эти парни в ударной технике. Ну и первым, опять же, как и в предыдущих всех эпизодах, Коков идет для того, чтобы осуществить тейкдаун. В очередной раз здесь короткий обмен, проход и попытка, естественно, начать контроль продолжительный от Мухаммеда Кокова. И вытянули за счет физических своих возможностей Косту. Мухаммед, да, отчасти удается, но не
так, как изначально он запланировал. Сделать амплитудный бросок. Здесь удары, удары нужны Мухаммеду. Левый джеб от Мухаммеда Кокова. И проход. И опять отправляет на канвас четырьмя тейкдауном Мухаммед Кокова. Побольше подустал Таигра Коста. Ну и раз за разом Коков переводит его в партер. Контроль, время играет на Мухаммеда. И вообще тактически выигрывает как раз этот поединок Мухаммед Коков. И он понял, что долго не надо в обмене стойки зависать с этим бразильцем. Рублер тяжело бьет. Заходя заправский борец, как и сам Мухаммед. И через короткую ударку проход с первого раунда у Мухаммеда Кокова. Сразу же мы увидели, намного качественнее, конечно же, осуществляется проход и бросок. Тейкдаун. Все-таки у Мухаммеда есть знания, хорошие знания вольной борьбы, а у бразильца Косты это знание грэпплинга, работа в партере. Ни один... Ни одного раза не попробовал просто после ударной техники пройти как раз в одну ногу, либо в две, и попытаться Мухаммеда перевести в партер. Все делал как раз подобным образом, успешно. Именно Коков. Сейчас, конечно, силы покидают обоих, Мухаммеда атакующего в том числе, но и он пытается все равно активничать. Удары уже не имеют той скорости и силы, но он выбрасывает. И очередной тейкдаун от Мухаммеда. Прекрасно. И картинка боя значительно не меняется. Мухаммед завозил Косту. Максимально его занапрягал именно проходами и бросками. Напряжение создал на максимуме для Косты, ну и Коста не справился с ним. Не смог он ничего противопоставить. Вот постоянные качественные проходы и броски от Мухаммеда Кокова. Ну и помним, вот первый раунд там, конечно, значительно был точнее и результативнее в стойке Мухаммед Коков. Мухаммед сделал все для того, чтобы выиграть у этого очень непростого и конкурентного соперника из Бразилии. Да, и в концовке под гул своей торсиды он выигрывает. Можно сейчас с уверенностью восхитить официальное судейское решение, что Мухаммед Коков выиграл в этом бою абсолютно точно и заслужил по всем статьям эту победу. И вот мы видим сейчас, да, как он обращается, я так понимаю, к руководству лиги, в том числе это обращение связано с тем, что он показывает своим видом, что вот хотелось бы за пояс сразиться. Ну, вот вопрос, достаточно ли того, что сегодня показал Мухаммед Коков, для того, чтобы делать вот такие громкие заявления посредством жестикуляции в районе пояса.
броне своей талии. Вопрос, конечно, дискуссионный. Сильный бразилец ему сегодня противостоял, и Коков этот бой, я думаю, выигрывает без вопросов. Но вот вопрос, конечно, здесь в другом, в планах руководства Лиги ACB относительно этого дивизиона. Ну, впрочем, не будем загадывать далеко, всякое может случиться, и судьи по-разному могут посчитать даже вот такой поединок. Все бывает, как мы знаем, поэтому ждем все-таки официального решения. Хотя, ну, не думаю, что здесь возникнут какие-то вопросы или разногласия. Буду очень удивлен, если здесь победа Мухамеду достанется раздельным решением. Полагаю, что без вопросов должно быть единогласно. Уверенно, что единогласно. Уверенно. Да, так мы дамы и господа, слышим. По завершении боя мы имеем единогласное решение судей. And the winner is Мухаммед Кота! Абсолютно заслуженно. Непростой бой, но это по всем статьям. Он не один раунд не уступил и был лучше по всем показателям. Напомню, в первом раунде стойки перебил, а второй, третий тактически забросал тейкдаунов и завозил в паттерн.